Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 56, упражнение номер 34. В этом упражнении мы должны определить, по какому правилу составлен ряд чисел 2, 5, 8, 11, 14, 17 и записать еще два числа в этом ряду. Вот у нас 2 и 5. Как могли получить из них 8? Каждое последующее число больше предыдущего на 3. 2, вернее 5 на 3 больше, чем 2. 8 на 3 больше, чем 5. 11 на 3 больше, чем 8. 14 на 3 больше, чем 11. А 17 на 3 больше, чем 14. Чтобы записать следующее число, мы должны записать число на 3 больше. 17 плюс 3 получается 20. А следующее число еще увеличиваем на 3, получается 23. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.